вывеска над входом медицинского учреждения, замена устаревшего окна, работы с внутренней навигацией в помещении. Глава муниципалитета Андрей Иванов провел инспекцию в Звенигородском подразделении Одинцовской областной больницы. Последнего поколения. Основные работы выполнены. На данный момент подрядная организация устраняет недоделки. Срок до 10 сентября. По словам руководителя округа, благоустройство внутреннего двора и организация парковки станет следующим этапом работ в стационаре. Давайте делать. После такого тогда опять расширяем то, что не сделано. Ранее Андрей Иванов отмечал, что штат Звенигородского стационара укомплектован на 81%. Медицинское учреждение рассчитано на 220 коек, а обслуживаться в нем будут порядка 25 тысяч человек. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».